29 сентября научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси отмечает юбилей. 65 лет со дня основания. Что ж, давайте вспомним, с чего все начиналось. История нашего института началась в первые послевоенные пятилетки. По всей стране развивалась сеть пожарных испытательных станций. И одна из таких станций была создана в 1956 году в городе Минске. Изначально занимались в основном огнезащитными работами, изучением различных теплогенерирующих установок. Сегодня институт – лидер страны в области научных исследований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Учреждение принимает участие в разработке пожарной аварийно-спасательной техники, отечественной одежды пожарного и спасателя, экипировки, обуви, средств индивидуальной защиты. Одной из последних наших разработок является специальная защитная обувь пожарного. Это обувь, которая защищает от проколов, от падения тяжелых элементов и тяжести на носок пожарного, также водонепроницаемая, огнеустойчивая и температуроустойчивая. В институте функционирует и испытательный центр. Здесь вещества и материалы проходят проверку на пожаробезопасность. Сейчас мы будем проверять ковровое покрытие по показателю воспламеняемости. Мы сымитируем пожар и увидим, как этот ковер поведет себя во время пожара. Александр, запускайте. Институт совместно с ведущими отечественными производителями ведет разработку современной пожарной аварийно-спасательной техники. Наиболее ярким представителем и востребованным является вот данный вид автомобиля. Это пожарная цистерна, способная вывозить к месту ЧС до 5 тонн огнетушащего вещества. Данный автомобиль, несмотря на свою энерговооруженность, обладает хорошими показателями проходимости и маневренности, что в настоящее время очень актуально в условиях крупных городов. Кроме того, институт проводит обучение населения основам безопасности жизнедеятельности. Ежегодно проводится ряд республиканских тематических мероприятий. Таких как фестиваль среди дошкольных учреждений «Безопасное детство», смотр-конкурс детского творчества «Спасатели глазами детей», республиканский слет спасателей пожарных, а также конкурс среди студенческой молодежи «Студенты. Безопасность. Будущее». Мы хотим достучаться до сознания и поведения каждого человека, чтобы он знал, как не попасть в чрезвычайную ситуацию, но самое главное, как чрезвычайную ситуацию не допустить. Хотелось бы поздравить сотрудников института с грядущим юбилеем и пожелать высоких профессиональных достижений. Уважаемые коллеги, накануне юбилея нашего института поздравляем вас с этим важным событием. Желаем неиссякаемой энергии. Семейного благополучия вам и вашим близким. Достижений в научной и практической деятельности. С праздником ветеранов института и коллег. Хочу пожелать крепкого здоровья, удачи и единства.